أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي сердцу, любимый черкесский джамаат. Разрешите начать наше сегодняшнее мероприятие, маджлис шукру. Маджлис шукру в первую очередь за это мирное, чистое небо над головой, которое у нас есть. Маджлис шукру, восхваление и благодарности Всевышнему за алимов, которые у нас есть, ученых богословов. Маджлис шукру, благодарности и восхваление Всевышнего за наследников пророка, алейхиссаляту вассалам, которые есть, были и, иншаллах, рахман, будут на земле Дагестана. Дай Аллах, чтобы этот маджлис стал причиной отведения бед и смут от земли Дагестана, и не только Дагестана, а нашей страны в целом, чтобы он нас сплотил и объединил. Я затягивать не буду. Сегодня у нас несколько человек выступающих, и организаторы просили, чтобы мы, ну, как бы дали возможность людям и в первую очередь алимов послушать, и уже потом могли спокойно немножечко и перекусить тоже. Первому хочу предоставить слово председателю Совета имамов Буйнакского района Османову Шамилю. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаляту вассаламу аля ашрафил мурсалин ва аля ахлихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Уважаемые жители селения Черкей, уважаемые гости, уважаемые алими,
действительности, как и было сказано, у нас очень много ниаматов, за которые мы должны шукру делать. Знаете, насчет ильму, если сказать, и шукру за ильму, связано с этим, расскажу одну случай такой из жизни Харуна Рашида и Малика ибн Анаса, рахимахуму тааля. Когда, говорит, в 170 году Харун Рашида поставили халифом, его начали же называть как Амир-уль-Му'минин, он решается пойти на хадж. И начинает он с Медины. Пришел в Медину и, зная, что там живет Малик ибн Анас, говорит, рахимахуллаху тааля, позовите мне Малик ибн Анаса с его книгой, которую он составил. И Анасу, когда человек пришел и сказал, тебя, говорит, Харун Рашид зовет к себе, с книгой, которую ты составил, он сказал, нет, я не приду. Ему говорят, если ты не придешь, он человек жесткий, говорит, накажет тебя. Зачем, говорит, на себя его вызывать? Делай что-нибудь. Он говорит, если необходимо пойти, я, говорит, пойду сам, унижая себя, но с собой книгу не понесу. Ильму, который Аллах дал, я, говорит, не унижу, даже если я себя буду унижать. Но все-таки он сам пришел туда и говорит Харун Рашиду, Харун говорит, тебя, говорит, Всевышний Аллах возвысил, отправляя пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, как посланника к тебе. Но я, говорит, слышал, что он сказал, Нафи мне рассказал, говорит, что пророк, алейхиссалам, сказал, как-то раз, когда он был у Ибну Умму Мактума, он получил аят, говорит. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, откровение ему послал, что не будут ровны те люди, которые сидят дома, и те, которые усердствуют на пути Всевышнего Аллаха. А Ибн Мактум за это время был слепым. Он сказал, ну, мне же что делать, пророк, я же слепой. И он говорит, продолжение аята получил после этого, что кроме тех людей, которые имеют вред, имеется в виду, не могут выйти из-за того, что они имеют причину на этого. И он говорит ему, знаешь, говорит, Рашид говорит, что Всевышний Аллах говорит, Джабраиля, только что который вахью принес, обратно же отправил, чтобы после другую часть аята отправить. А ты, говорит, просишь с ильмом, чтобы я к тебе пришел. Я, говорит, с книгой не приду. Но если ты хочешь, говорит, его читать, тебе надо, говорит, пойти туда, где оно есть. И выслушав, Харун Рашид сказал, нет, говорит, мы его не прочтем, кроме как у тебя дома, говорит он. И он со своим свитой выходит сейчас Малик ибн Анасу домой. Как они вышли, Малик ему говорит, когда он вот хотел подняться на свою лошадь, говорит, слушай, говорит он, я слышал от Нафиа, от ибн Умара, разве Аллаху анху, передается хадис, говорит Малик. Смотрите, когда Малик рассказывает ему, говорит языком ильма, он принимает все. Он говорит, я, говорит, слышал от него, что он сказал, когда человек идет изучить ильму, говорит, ангелы крылья вставляют под его ноги, давай, говорит, лучше пешком пойдем. Харун Рашид говорит, хорошо тогда, пошел пешком домой к нему. Как он пришел, ему, говорит, кресло поставили Харун Рашиду, и он на свое кресло сел, и Малик сказал, давай, говорит, я сейчас подготовлюсь читать хадис. Благовоние, хороший запах делает, одевается, все делает. И когда он пришел, он говорит, знаешь, говорит, я, говорит, слышал, что пророк, алейхиссалам, сказал, когда, говорит, люди, изучая ильму, отделяются от простого народа, говорит, пользу от ильму не получат ни эти, кто прочитали, и не те, кто простыми, да, вот вне ильму оказались. Лучше, говорит, с ними его читать. Поскольку время хаджа, давай, говорит Харун Рашид, скажи, пускай все придут на этот урок, ибо эта книга еще никто не прочел. Он говорит, хорошо, позовите всех людей. Они позвали. Они сели, а Харун Рашиду сейчас говорит Малик. Малик говорит, человек, который принизил себя относительно ильму, его возвеличит Аллах. Стань, говорит, с этого кресла и садись с этими людьми, с мутаалимами. Он встает, послушание, садится с ним. А потом, что говорит Малик, посмотрите, какое прекрасное отношение. Он говорит, слушай, говорит, вставай, говорит он ему, сам поднимает его. Аллах же сказал, что кто тебя себя принизил, он поднимет его. Малик говорит сам, который только что посадил Харун Рашида, говорит, Харун говорит, встай, говорит Рашид. Встал он, садись, говорит, возле меня. Он сел, говорит,
как назвать эту книгу? Харун Рашид говорит, назови как тебе угодно. Он сказал, нет, мы его назовем книгой Муатта. Взаимосогласие. Почему? Потому что ты только что согласился со мной на все, говорит он. В честь того, что он на встречу пошел, Харун Рашиду, сам Малик ибн Анас эту книгу, великую книгу, которую он составил, он назвал этим название дал Муатаам. Потому что он взаимосогласно с ним на все послушание было. Потом он ему сказал, давай читай, говорит. Он прочел всю книгу имама Малика, имам Малик читает ему, он выслушал, потом уходит в Мекку. Приходя в Мекку, до выезда он ему сколько подарков давал, он не принял. Он сказал, вот ты, эти лошади, эти все, что ты мне даришь, говорит, я на них ездить не буду в городе Медине, поскольку тут похоронен мой любимый пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Мне они не нужны. Но он их не принял. Дальше уходит из Медины, хедж совершит наш Харун Рашид. Он что делает? Тогда в Мекке был тоже большой, очень величайший алим Суфьян ибн Уяйнат. Он также отправил человека Суфьяну, говорит, пускай приходит со своим ильмом ко мне. Но тот пришел. С книгой своей Суфьян приходит к нему и прочел ему. Но возвращаясь домой, Харун Рашид что сказал? Он говорит, сказал, «Рахима Аллаху Маликан, да смилует Всевышний Аллах Маликам, который не согласился с нами, но мы ильму от него взяли. Да смилует Всевышний Аллах Анас, это Суфьяна ибн Уяйната, который согласился с нами, но от его ильму я пользу не получил». Знаете, хоть и в начале у него было противоречие, все-таки уважение ильму, она всегда заслуживает уважения в любое время. Знаете, от того, что люди перестанут уважать ильму, цена же этой ильме никогда не упадет. Потому что Всевышний Аллах обещал его сохранить. Конечно, а где же она будет сохранена? В библиотеках, книгах? Нет, в сердцах ученых. Альхамдулилла, что, как и наш Мухаммад Расул сказал, альхамдулилла еще раз, что такие сердца, где Всевышний Аллах решил сохранить ильму, у нас в Дагестане они есть. Да будут они и в Дагестане, и во всем мире, чтобы сохранить ильму для наших подрастающих поколений. Знаете, подчеркну еще раз, когда слышишь, что кто-то защитил докторскую диссертацию или же какой-то там результат научный получил, сердце радуется. Даже если незнакомый человек. Почему? Потому что ты знаешь, что можешь спокойно уйти из жизни, твои дети попадут в эти руки, у них будут ильму учить. Да сохранит Всевышний Аллах нам в чистом виде наших алимов и ильмов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Шамиль Хаджи, для вас есть ответственное получение небольшое. Давайте вот как раз благодаря тем, кому сохранялось это ильму тоже, в том числе это здесь в Черкее, благодаря кому много работы тоже было сделано, вы будете вручать сейчас подарок, это Коран, пожалуйста, если можно. Сейчас я вытащу. Дебиру этого села в прошлом, Абдурахман Хаджи, уважаемый, вас решили поощрить вот этим Кораном и вот таким замечательным кинжалом. Машалла. Баракатли. Дай Аллах здоровья, долгих лет жизни, Абдурахман Хаджи. Те, которые на пути Аллаха усердствуют, если они получают такой почет, такое уважение и любовь людей на этом свете, то можете представить, что они получат на том свете. Ассаламу алейкум. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشروا
وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله أووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا بالله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى الصلاة وأنمها وأشرفها يعطر الكون ري نشرها العطر معبوقة بعبيق المسك زاكية طيبها أرجو رضوان ينتشر مولاي صل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقل الجبال كذا يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر مولاي صل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه Уважаемые братья, я люблю читать художественную литературу, в частности, Льва Николаевича Толстого. Почему? В том числе и потому, что когда говоришь со светской аудиторией, а довольно часто с ними приходится сталкиваться, общаться, этот человек является глыбой такой, неоспоримым авторитетом. И когда говоришь особенно о вере, вот у него есть масса материалов, которые являются хорошим, скажем так, хорошей подпиткой для любого человека, который хотел бы говорить о религии и о вере на понятном светскому человеку языке. В частности, у него есть произведение такое «Воскресение» называется, да, и там есть один персонаж, которого он описывает и говорит, он приходил в церковь, там он говорит о церкви. И если бы его спросили, почему надо верить, он бы сказал, потому что так, потому что надо, не задумываясь. Хвала Всевышнему у нас, благодаря тому, что есть алимы, и благодаря тому, что мы начали совмещать светское и религиозное, вот это понимание религиозного поклонения и прочих вещей, оно появляется. Более того, оно... Вот это понимание доносится на самом понятном языке для светского человека. Мне опять-таки очень часто я привожу в качестве примера труд Льва Николаевича Толстого о воспитании и образовании. Вот это письмо, которое он написал в ответ, по-моему, врать не буду, есть в Ясной Поляне вот его цикл писем, который так и называется «О воспитании и образовании». Вот имамам, муталимам очень и очень рекомендую этот труд почитать. Насколько тесно он связывает воспитание и образование. И то, что в итоге человек получает благодаря этому образованию. Он неразрывно связывает эти вещи. Образование и воспитание. Здесь с нами находится проректор и ректор. Я бы, наверное, правильнее было бы ректора правовой академии выступить. Но зная Хусейна, я знаю, что он сейчас аж съежился от того, что ему надо будет выступать. Поэтому я ему скажу, ты пока готовься, Хусейн дорогой. А мы Абакар Насибовича все-таки потревожим. Абакар Насибович, проректор Дагестанского гуманитарного института, пожалуйста. Ассаляму алейкум. Хоть предупредили бы. Но учитель всегда должен быть готов говорить. Я никогда не забуду тот день, когда муфтий Дагестана пригласил меня и дал поручение изыскать возможность для подготовки докторов исламских наук.
но при этом минуя аспирантуру. Я не знал, что ответить. Я был в замешательстве, потому что такого никогда в России не было. Но точно системы религиозного образования это не было. Но говорят, плохой учитель – это тот учитель, который показывает истину ученикам. А хороший учитель – это тот учитель, который учит нас найти эту истину. И, видя мое замешательство, муфтий, он хороший учитель. Муфтий мне аккуратно подсказал, что можно делать, чтобы мы могли открыть докторантуру, минуя аспирантуру. Мы изучили систему образования западных стран, Европы, Америки, Азии. С Асим Булатом разговаривал, систему исламского образования в арабских странах, Средней Азии и так далее. Я просил постоянно: «О Аллах, дай мне силы, здоровье, дай мне знания, разума, ума, помоги мне выполнить просьбу нашего кудьяла». О Аллах, он мне открыл глаза. Я был удивлен, и в один день эта мысль пришла. Я побежал к нему. Кудьял, вот то-то-то-то. Он сказал: «Это же я тебе, это же я имел Абакар». Мы нашли этот путь, и мы решили реализовать то, что к нам в голову пришло и на что дал добро муфтий. В первую очередь мы создали стандарты для бакалавриата, для магистратуры и подготовили положение о докторантуре, о диссертационном совете и так далее. Дело в том, что доктором наук не может стать человек, если у него не будет кандидатского. Поэтому мы решили пойти таким путем. Мы пригласили некоторых специалистов из Академии наук, спецуниверситета, ДГИ, организовали прием студентов на бакалавриат, магистратуру в ДГИ, прикрепили наших, я не побоюсь этого слова, великих алимов Годобринского, Эсэм Булата Ихьяева, Гимрис Вазим Мухаммада, Рашида Али Мурадова из Табасарана, соискателями нашу докторантуру, и мы начали работать. И не могу здесь не отметить Шанисат Магомедовну из Академии наук, она же ДГИ, тоже работает, которая очень большую помощь нам оказала. И говоря, смотря в камеру, хочу поблагодарить нашего Хайбулаева Магомеда Магомедовича, профессора с ДГПУ, и нашего бывшего ректора Магомеда Заирбеговича за ту работу, которую они провели на заключительном этапе при подготовке к защите. Альхамдулилля, в 2020 году защита состоялась. Защита состоялась, и эти четыре человека стали докторами наук, и ровно через год стали докторами наук другие наши ребята, которые учились у нас в докторантуре. И я очень рад, если Булат мне подсказал здесь, я очень рад, что среди этих докторов есть и представитель с Черкея. Первый доктор исламских наук исцеления Черкея – это наш Абдулла Хаджи. Абдулла Хаджи также является и выпускником нашего Дагестанского гуманитарного института. Окончил магистратуру. Этот вуз, который окончил и муфтий Татарстана Самигуллин, вуз, где учатся министр по национальной политике, другие люди, которые занимают разные должности, и ФСБ, и МВД, и в медицине, и в правительстве, и так далее. И самое главное, это вуз, где учатся простые наши ребята из городов и сел Республики Дагестан. Поэтому большое спасибо, что вы подали к нам документы. Большое спасибо, что я могу говорить ваше имя, что вы наш выпускник. Большое спасибо тем ребятам, которые по направлению муфтията ездили в Болгар. Они здесь тоже сидят, защитили Болгарской академии. И я желаю вам, уважаемый доктор наук,
уважаемый доктор исламских наук, творческих успехов. Я желаю вам крепкого здоровья, и я желаю, чтобы вы на этом не останавливались. А я думаю, вы на этом не остановитесь. Но коль скоро я сюда вышел, вы меня извините, пару слов я скажу о ДГИ. Это маленькая профориентационная работа. Вы позволите, уважаемый? Дагестанский гуманитарный институт – это вуз, где готовят специалистов, которые могут надевать галстук и при этом, занимая какие-то государственные и негосударственные негосударственных организациях различных должностей, те, которые не будут воровать. Это не мои слова, слова муфтия. Когда я спросил, кого готовит, он сказал: «Абакар, те, которые могут галстук одевать, занимать должности различных организаций и которые не будут воровать». Уважаемые родители, отправляйте своих детей на учебу. «Аль-Ильму Нурун», или же по-латински «Сценция потенция эст». Наука есть сила. Поэтому часто мы, когда отправляем наших детей учиться, мы боимся за них. Я лично не отправил своего сына в Москву, как бы он ни хотел. Я его устроил, как он хотел, в ДГУ и параллельно в ДГИ, где я являюсь проректором. Я вас уверяю, не бойтесь, отправляйте к нам ребят своих, потому что там есть направление подготовки: экономика, лингвистика, бизнес-информатика и, конечно, теология. И когда в 17 году меня пригласили в этот вуз и сказали: теология. Я не имел представления о теологии. Я 30 лет посвятил себя иностранным языкам: немецкий, французский, английский, арабский язык, латинский и так далее. Но я не знал, что такое теология. Я что хочу сказать? И когда я спросил у Эсенбулата и других, которые, ребят, что это такое теология? Они мне это все объяснили. И что я хочу сказать? Почему этих теологов на работу не принимают? Они мне сказали то-то, то-то. Я сказал им: наступит день, когда, это я сказал Шах Аббасу Курамагомедовичу, Шахову, бывшему министру, наступит день, когда Шах Аббас, я сказал ему, когда вы, органы власти, Министерство образования, будут просить муфтия Дагестана, будут просить наш ДГИ, чтобы мы вам дали специалистов по теологии. Альхамдулилля, в этом году к нам обратили все проф. СПО. Вот он, его тоже пригласили, Бунякс. Они к нам обратились с просьбой, чтобы мы дали теологов. А в этом году подписали еще приказ, что теологи могут работать также и в школах. Альхамдулилля. Поэтому, уважаемые родители, отправляйте детей к нам. Есть общежитие, четырехразовое питание. Нет драк, нет стычек, нет аморальных отношений и так далее. Я приглашаю вас в ДГИ. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Абакар Насибович, как всегда блестяще. Когда он начал говорить, кто там учится, а Самигули не сказал, Абдуллахаджи, я думаю, надо же, как аккуратно он прорекламировал свой вуз. А он потом еще отдельно слово взял для того, чтобы прорекламировать. Вот это я понимаю патриотство своего вуза. В общем, вы поняли насчет ДГИ, да? Хусейн, дорогой, я хочу предоставить слово Хусейну Багаудиновичу, ректору правовой академии, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить здесь во всеуслышание за то, что они 24/7, то, что касается канала ННТ, радио Ватан, эти люди, которые всегда, наверное, находятся рядом, вот всегда помогают и всегда отзываются. В первую очередь в лице ректора и в лице уже дальше его представителей, его студентов. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, дорогие черкесы, уважаемые друзья, всех вас хочу поздравить. В первую очередь особенно хочу поздравить Абдуллахаджи, также хочу всех вас поздравить, потому что это заслуга не только для него и для нас, потому что говорится, что чем человек просвещеннее, тем полезнее для общества. Если он стал доктором наук, то это будет польза не только для него, и нам тоже будет. Поэтому хочу всех вас поздравить. Говорят, что однажды один англичанин купил, говорит, автомобиль и ехал, говорит, домой. Через определенное время с салона звонят и говорят, что: уважаемый, ты, говорит, купил у нас недавно автомобиль, но машина, говорит, была без двигателя. И тот, говорит, сказал, говорит, у хозяина автосалона: а как, говорит, я езжу, говорит.
И тот, говорит, сказал, что ты, говорит, ездишь на своем бренде, на своем авторитете, на своей заслуге. Поэтому и этим не хочется сказать, что Абдул-Хаджи является на самом деле человеком, который есть большой бренд. Человек, который все черкесы уважают. И я думаю, не из-за того, что он стал доктором наук, а из-за того, что он является очень хорошим человеком. Берегите таких хороших людей, потому что хорошие люди – это не автобус, и через 10 минут не подъедут. Я думаю, долгом дорожить такими людьми является это на самом деле нашим долгом. Также хочу отметить, что здесь находится и молодежь, и взрослые. Хотелось бы отметить, что практически молодежь перестала учиться. Практически и взрослые также перестали учиться. Мы должны знать, что учеба – это самое главное. Наука – это самое главное, и она переживет тысячелетия. Поэтому за нее захватиться обязательно нужно. Многие родители не заставляют своих детей, чтобы они учились. Японцы говорят, что прежде чем дать пожарив рыбу детям, вы, говорит, дайте им уточку, пусть научится ловить рыбу. Вы заставляете детей, чтобы они могли путем образования зарабатывать хлеб. Разницы нет, исламское это, светское это, образование есть образование. Поэтому я думаю, что долгом является заставлять наших детей, чтобы они учились. Я много говорить не буду, так как достаточно Саид Афанди говорил, что умение много говорить – это не наука. Поэтому я на этом остановлюсь. Всем вам спасибо и дальнейших удач. Спасибо. Зоди буге цариком, собрешь таги, я Аллах. Цар берцинов ахадит улгу хава и джазде. Дуния бзгура бодзу цукут умалда буге, улгу расхан имирар сунат кихе, я Раби. Расат ле чуберикун, чубуза кутбарикун. Кина бусасурикун, салам кихе, я Рахман. Рухо буге бгит рикун, гуд одат амах рикун, ад бижара пик рикун, решт агит ади Рахмат. Му'ру цураб ирикун, уру цураб хир рикун. Харидат либи лирикун, решт агит ади Баркат. Ихбач идал цадал ан, цурой кедал аздал ан, адад хасру таларит, хасру тайги даража. Буржун гнеб хинч рикун, ханчина кутбал рикун. Кутбазда хули рикун, хули ялда рас рикун. Раталда бижан шина боржун гунев рух рикон, расулгун ахлу ялда Аллах тейги дур салам. Анталда зубал цурал малаик заби рикон, малаик забаз хабулев даима тасбих рикон, тасбих хазу фирьяв субхан Аллах ги рикон, расулгун ахлу ялда Аллах тейги дур салам. Алжан рикон, цар рикон, цар адин таам рикон, туба абурав гуд улт улгу атлин кар рикон, рахтал жадул ур рикон, урул кадра би рикон, расулгун ахлу ялда Аллах тейги дур салам. Хурул иналдан декан бурак алгурт лирачун. Гозрар алсана разул сардал гин койал рикон. Койал сардазна жанир сахтал минутал рикон. Расулгун ахлу ялда. Аллах теги дур салам. Халк алда дин маттарал дур билчиза бирикон. Издат ад кайха бурат олгу дур калам рикон. Кина годан декара Кур'ан атул харф рикон. Расулгун ахлу ялда. Аллах теги дур салам. Харф алда харак рикон. Харакул маана рикон. Маана карак эх рикон, эхалда рай рикон. Ахалдан де харурал хал, улама ал рикон, расулгун ахлу ялда. Аллах теги дур салам. Улама аз ахараб, Аллах дургу цар рикон. Калди сарух инеан, из цара хукен рикон. Хетлура балдат рикон, бакара бали рикон, расулгун ахлу ялда. Аллах теги дур салам. Доз кхаралт ахал салун, токхарав алим рикон. Алим аз тавит араут, олгу джахилав рикон. Хелькина зигок харал, дур даража берикон. Расулгун ахлу ялда, Аллах теги дур салам. Амин Аллах, я Аллах, амин Аллах, я Аллах. Амин Аллах, я Аллах. Абу Хабибит Ирхан. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи. Мои друзья, я помню, в 99-м году, когда я впервые увидел Мухаммад Расул Хаджи Саадуева, Махтиажи Абидова, я тогда поразился тому, что я же тоже как бы из советского прошлого человека. И, ну, можно так сказать. И, естественно, было такое стереотипное мышление, что религия – это удел взрослых людей, стариков. И тогда меня поразило то, что такие молодые люди могут так глубоко и хорошо знать ислам. Я вам простой пример приведу.
Вот до тех пор, пока на курсы даавата при муфтияте, которые были открыты на тот момент, я не пришел, я делал намерение на фарз омовение с рук. До тех пор, пока там не подсказали. Вот так, если бы алимы тогда не подсказали, как это делать правильно, я бы всю оставшуюся жизнь мог жить и думать, что у меня все нормально. Я не буду углубляться там в вопросы того, что может быть там по другим мазхабам и так далее, и так далее. Но я к тому, что, алхамдулилля, когда есть рядом человек, алим, у которого есть возможность спросить, это большое благо, и дай Аллах, чтобы мы этим благом дорожили. Мухаммад Расул Хаджи Саадуев, пожалуйста, вам слово. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Я искренне поздравляю джамаат этого села Поздравляю с тем, что Всевышний Аллах сделал из этого села нашего досточтимого шейха Кудиса Сирру Саид Афанди, который оставил в этом селе источники, светочи, знаний, таких как его сын и многих других мутааллимов, алимов. И хвала Всевышнему Аллаху еще за то, что вы это цените. Вы знаете степень алимов, улемаов. Это и вы сами часто должны воздавать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний вам внушает это, внушает почтение, уважение к улямаам. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Лайса минна маллам юджилля кабирана, ваярхам сагирана, валам яриф лиалимина хакка». «Не будет из нас». То есть не будет идти моим путем, путем пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, тот, кто не почитает старших преклонного возраста, седобородых старших людей и не милосерден к немощным детям, маленьким, и не знает достоинства наших алимов. Хвала Всевышнему Аллаху, вы сегодня своим этим маджлисом показываете ваши отношения, то, что вы почитаете улемаов. И еще хотелось бы сказать следующее. Вот все мы продолжаем, хвала Всевышнему Аллаху, любить нашего досточтимого, любимого нами, скоропостижно покинувшего нас Саида Афанди Куддиса Сирруху. И одним из таких объектов его внимания было образование. Образование, обучение, поддержка муаллимов, поддержка мадраса. И ваше село, из вашего села много, целая плеяда, можно сказать, мутааллимов вышла, алимов вышла, и это должно продолжаться. И для этого, конечно, ваша поддержка, поддержка вашего джамаата нужна в первую очередь. И сегодня есть такие опасения, что вот то, что с развала Советского Союза, как только коммунизм пал, мы видели, нам не приходилось приглашать, нам не приходилось говорить о том, чтобы муталимы, чтобы молодежь обучалась знаниям. Потому что все тут же переполнили стены мадрасе, мечетей. Но сегодня есть опасение, что эта молодежь перестанет получать эти знания. Перестанет любить идти, получать, стремиться к этим знаниям. Как это наблюдалось в некоторых арабских странах тоже. Валлахи, сегодня многие наши гости из числа арабских стран, они нам завидуют, видя этот спрос среди молодежи к алимам, спрос и к мечетям, спрос к их проповедям и знаниям. Поэтому вы должны это поддерживать. Вы никогда не бойтесь, что, получив знания, став
алимами, ваши дети останутся всю жизнь на вашем иждивении. Нет. Они никогда, человек, который стал алимом, на иждивении кого-то, Всевышний Аллах его не оставляет. Потому что в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказано, тот, кто встанет на путь поисков знаний, Всевышний в свое обязательство берет его обеспечение, его нафака, его покровительство. Поэтому вы в этом не сомневайтесь. И, конечно, прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах дал крепкое здоровье виновнику сегодняшнего нашего торжества, чтобы он продолжал развиваться на этом пути, чтобы он приносил, Всевышний Аллах дал ему тауфик распространять свои знания и дальше, чтобы готовил в дальнейшем для этого села, для всего нашего Дагестана больших алимов. Пусть Аллах примет все, что вы делаете, даст Аллах, дай Аллах вам всем тауфик. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Амин, махмад ас-сулхаджи. Уважаемые друзья, сегодня маджлис шукру, благодарности Всевышнему, и отчасти это чествование и благодарность за то, что у нас есть доктора наук. Но чествуя их, не предоставить слово одному из докторов тоже будет неправильно. Поэтому Исмбулат Хаджи Яхья, пожалуйста, вам слово. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма лака альхамду кама янбаги ли джалали ваджхика ва азими султаник. Субханака Аллахумма ла ухси салаан алейка анта кама аснайта аля нафсик. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сайдина Мухаммадин ан-набий ал-умий ат-тайиб ат-тахир ас-заки ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъду, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, именно я с воздаяния хвалы и шукра Всевышнему Аллаху начинаю свою эту речь. И в первую очередь, некоторые, конечно, поздравили в первую очередь Абдулла Хаджи. Я поздравляю, мои поздравления, они направлены к этому селу. Я в первую очередь село поздравляю, потому что у вас в селе стал такой человек, у вас в селе есть такой человек. Человек алим, который имеет ильму. И за это вы должны отблагодарить Всевышнего Аллаха. Почему я село поздравляю? Потому что Хасан аль-Басри говорит: «Лауля аль-уламау ласара насу кальбахаими». Если бы не ученые, люди были бы животноподобными. Поэтому то, что нас из этого мрака, тьмы, невежества, то, что выводит нас, это есть ильму. Достаточно для ильма, для достоинства ильма, аят Коране, в котором Всевышний Аллах говорит: «Ярфа' Аллаху ладзина аману минкум, валладзина уту аль-ильма дараджат». Аллах возвысит до высоких степеней тех, которые уверовали, и тем, кому дано знание. Здесь Мухаммад Расул говорил об образовании и воспитании. Когда мы говорим, что мы должны, любое общество должны совмещать между образованием и воспитанием, у нас в исламе это называется «ильму и амал». Ильму – это есть образование, а амал – это есть воспитание. Если мы будем совмещать нашим обществом между ильмом и между амалом, а в реальности, действительности, о тех, которые Всевышний Аллах говорит, что Он Аллах возвысит до высоких степеней знающих людей, они имеются в виду те, которые амал делают, те, которые соблюдают. Уважаемые братья, когда мы живем в светском государстве, опять-таки, мы должны как-то совмещать между собой и светские знания, хотя знания они не имеют светские, они гуманитарные, можно сказать, и исламские. То есть у нас получается наука и богословие. Для этого мы открыли этот ДГИ, теологический факультет, о котором Абакар здесь говорил, может, рекламировал. Но в любом случае, мы этот ДГИ открыли, живя в этом правовом государстве, светском, гуманитарном государстве, чтобы мы нынешним нашим реальным, чтобы могли совместить науку и богословию. И сегодня, когда мы говорим «доктор наук», имеется в виду доктор исламских наук. Некоторые люди говорят, как-то не понимая, а что ислам – это наука, или доктор наук – это… Неужели он доктор наук? Можно как хотите назвать,
доктор богословских наук, доктор исламских наук, если ислам не является наукой, если воспитание не является основой нашего образования, нашей науки, то тогда что мы будем называть? Элементарно, например, на арабском языке мы знаем «нахву сарф». Если это не наука, что будет наукой? Уважаемые братья, мы в Дагестане начали с медресе. Мы очень много потрудились. И то, что мы дошли до докторантуры, это не случайно. Мы очень много лет поработали, уже в течение около 30 лет работаем над образованием. И вот только мы дошли до науки. Докторская степень – это научная степень, уважаемые братья. И люди, конечно, не должны забывать и воспитание, и образование, и науку. И то, что в этом селе тоже такой человек, то, что вышел такой человек, достиг до такой степени, вы должны делать шукру, и он сам должен делать шукру. Его шукру будет то, что он, его знание будет реализовать среди вас в Дагестане, в нужном месте. Ваша шукру будет, чтобы вы от него получали пользу. Уважаемые братья, когда человек в этой жизни, чтобы его собственное имя превратилось в нарицательное имя, должен что-то сделать. Счастливый человек тот, который его имя собственное превращается в нарицательное. Некоторые предлагают разные варианты. Человек, например, должен посадить дерево. Но если человек опасается, что дерево, которое он посетил, если вдруг оно высохнет, самое лучшее дерево, которое не высохнет никогда, и что вы можете посадить, это ильм. Дерево ильма, оно никогда не высохнет, уважаемые братья. А эти титулы, эти звания, алхамдулилля, у нас в Дагестане и без этих титулов, и без этих званий есть алимы. Всегда в исламском обществе, исламе, были люди и с титулами, и без титулов. Были алимы, просто простые алимы, которые и превосходили тех алимов, которые имели тоже титулы. Ну так получилась такая научная формальность, что когда человек достигает определенной, за ним закрепляют эти звания тоже. Пусть Всевышний Аллах увеличит наши знания, пусть Всевышний Аллах, начиная с этого маджилиса, делает нас и тех людей, которые проявляют хвалу Аллаху, шукру Всевышнему Аллаху, спасибо вам, что пригласили, что собрали для этого маджилиса. Пусть Всевышний Аллах наши намерения примет и воздаст нам по нашим намерениям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баракаллах, Исамбулат Хаджи. И на самом деле, хвала Всевышнему, что у нас есть алимы, ученые-богословы, которые, ну вот, вот это, как вы сказали, может быть, это и формальность, но так или иначе, в нынешних реалиях, особенно молодые люди, они, ну вот, обращают внимание на это. Ну, для себя-то мы, алхамдулилля, знаем, что алимов таких у нас достаточно много. Я хочу пригласить к микрофону выходца из этого села, человека, который уже не первый год работает в Кизлярском районе, в городе Кизляр, и, по-моему, довольно неплохо представляет муфтият Республики Дагестан среди тех людей, ну, представителей другой конфессии, потому что в основном в этом районе живут русскоязычные люди, и вот благодаря работе представителей муфтиана на данный момент, по-моему, у многих там отношения, скажем так, не то что поменялось, а гораздо вот ближе стало. И на муфтиат во многом благодаря работе вот ребят, которые сейчас там находятся, начали по-другому смотреть и относиться к муфтиату Республики Дагестан. Исмаилов Мурат, председатель Совета имамов города Кизляр, пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Дорогие гости, улема и односельчане, джамаат, конечно, для нас это очень радостная весть, что среди нас есть такие люди. Вы не думаете, что я как-то хвалю свою дядю? Это и ваш односельчанин, и наш родственник. Мы одно целое. Поэтому, альхамдулилля, мы должны, как предыдущие алимы говорили, воздать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Аллах дал нам такие алимы, ученые. И как односельчанин, также хочу призывать джамаат
к уважению старшим, к уважению алимам, потому что алимы, мы знаем, пророк, алейхиссалату вассалям, после себя оставил ни золота, ни драгоценности, он оставил ильм. И вот то, что оставил пророк нам, саллаллаху алейхи вассалям, эти алимы к себе забрали, и дальше они начали передавать эту драгоценность. Поэтому мы должны уважать этих алимов. Если мы не будем ценить этих алимов и вокруг них, если мы не будем объединяться, у нас в обществе будет раскол. Каждый человек будет говорить, как он хочет, и каждый хочет, чтобы вокруг его флаг, чтобы люди сплотились, и это называется раскол. Когда у нас есть алимы, мы должны вокруг алимов мы должны объединяться, уважаемые братья. Мы знаем то, что, к сожалению, то, что случилось в Сирии, в Ираке и в других наших исламских, то есть государствах, это из-за чего, уважаемые братья, получилось? Мы должны взять из этих случаев для нас пример, уважаемые братья. Это должно быть для нас примером. Это все случилось из-за того, что они не сплотились вокруг алимов. А алимы тоже не сплотились в единое мнение. Вокруг единого мнения они тоже не сплотились. Это не наши слова, это слова нашего муалима, доктора Мустафа Буа. Он говорил, вот это то, что случилось, разрушение, вот этот раскол, разруха, это получилось из-за того, что в Сирии случилось из-за того, что они не объединялись. Сперва люди не объединялись, люди не уважали алимов, а алимы тоже так же друг друга не поняли, и случилось вот это. Поэтому мы должны взять из этого пример. У нас есть, альхамдулилля, который нам много раз говорил, Саид Афанди Кудсируху, что у нас есть очень умный. Он также, даже он говорил, нигде нету такого муфти, как у нас. Самый умный муфти, это у нас, говорит. И вокруг муфти, если все наши алимы тоже будут объединяться, и мы тоже, если будем вокруг алимов объединяться, у нас в обществе в Дагестане будет единство. И нас к этому призывает Аллах Азза ва Джалла. Аллах Азза ва Джалла в аяте что говорит? «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан, ва ла тафаррагу». Чтобы мы объединялись, чтобы мы держались за веру Аллаха, и чтобы мы не разделялись, чтобы мы объединялись. А для единства должен быть человек, который у него есть акло, который у него есть ильм, амал. Эти и есть алим, уважаемые братья. Поэтому, вы извините, тоже долго говорю. Дай Аллах нам тауфик следовать сказанному в первую очередь мне и вам тоже. Альхамду лиллахи раббиль алямин. Мурад Хаджи, у вас маленькое ответственное поручение есть. Сделать небольшие подарки всем нашим докторам наук. И я приглашаю их всех выйти сюда на сцену. Ахмад Магомедов, пожалуйста, чтобы вас люди тоже видели. Кизлярские ножи, мне сказали, ручной работы, очень такие хорошие, качественные, добротные. Ахмад, оставайтесь на сцене. Мухаммад Аргвани, пожалуйста. Ахмад. Исамбулат Яхьяев. Мухаммад Урминский. И Мухаммад Салманов. Совместное фото на память, пускай люди тоже вас увидят.
Друзья мои, здесь с нами находится чиновник республиканского федерального масштаба, и не могу не предоставить слово заместителю руководителя Федеральной налоговой службы РФ по Республике Дагестан Шамхалов Гаджи Джамалудинович. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, Руслан Жамат. Доктор исламских наук Райдал Эдингу Охана, что кока уже без смысла мог она, куда я спису на раму арподизиру, кошел инсул, хлик авасишиля, хлик аугел, хлик ау инсул кошел авасишиля. А что, мана бук она дошло гадина, хлик ау инсул кошел авас укунарин абон, хлик ау инсул кошел авас, хлик ау дин абон. Абдул-Хаджи уже не тлер, хлик ау инсул, хлик ау вас. Баркула Абдул-Хаджи. Кто-то ракинул доктора за гибакула. А с дахаду и тлен, и тлеги, там и тлеги халас. Омлайку. Дациев, Гази Мухаммад, пожалуйста, вам слово. Саму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Дорогие гости, черкесы и доктора шариатских наук. Мы все знаем, что стать доктором наук — это очень большое дело, благое. И воистину, самое главное, это усердное приобретение знаний. И мы все знаем, что мы, по сути, ленивые люди, да, молодежь. Я, в первую очередь, хочу поздравить всех нас и Абдул-Хаджи за то, что он защитил докторскую диссертацию. И, альхамдулиллах, что мы, Абдул-Хаджи, всегда знали в детстве. Вот самая большая проблема у молодежи на сегодняшний день, у черкесов подчеркну, то, что мы выросли среди алимов. И на сегодняшний день очень многие алимы, которые сегодня здесь присутствуют, вот, может быть, по какой-то причине мы не соблюдаем субординацию, этикет, по той причине, что мы в детстве выросли среди них. Они были студентами у нас в Черкее, а Абдул-Хаджи для нас был всегда примером для подражения. И альхамдулиллах, что на сегодняшний день он у нас имам села и доктор шариатских наук. Также мы все знаем, молодежь, когда мы в Махачкале учились, любой вопрос, если у нас возникнет шариатского характера, то мы обязательно исходим, вот кто отвечает на этот вопрос. Но в нашей молодости для нас авторитетом был Садуй Мухан Расул. А сегодня у нас в селе уже доктор шариатских наук Абдул-Хаджи, к кому мы можем обратиться и кого мы с удовольствием слушаем каждый день. Дай Аллах, чтобы мы, следуя за ним, побольше готовили таких же выходцев из Черкея. Когда мы знаем, что нам такое наследие оставил Саид Афанди Кудусасыру. И Абдул-Хаджи очень надеюсь, что оставит такое же наследие нам и подготовит немало докторов. Альхамдулиллах, что мы собрались сегодня по причине того, что в Черкее вышел доктор шариатских наук. И очень надеюсь, что мы в последующем тоже будем принимать участие в таких мероприятиях и в Черкее. Баркала всем. Аллах разит лейги. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баракаллаху Гази Мухаммад. Уважаемые друзья, здесь неоднократно говорили о уважении к алимам, к ильму. Я помню выступление муфти, куда я подъезжаю, много лет назад, и вот регулярно, очень часто из его уст звучит: проявляйте адаб и уважение к алимам. Проявляйте адаб и уважение к алимам. И даже на последнем маджлисе довольно серьезный блок был посвящен именно этому. И там прозвучал призыв к тому, чтобы 100 раз алхам прочитать за то, что у нас есть алимы, ученые, богословы, делая шукру за это. Но кто не успел прочитать, пускай прочитает. Иншаллах рахман. И дай Аллах нам на самом деле ценить и уважать наших ученых-богословов и не обманываться их возрастом.
Потому что порой, когда молодой имам приходит, Абдулла Хаджи, он уже состоявшийся человек, он взрослый человек. Мухаммад Расул Хаджи Саадуев тоже. Но когда мы видим какого-то молодого имама, либо он бывает полномочным, либо районным имамом там и так далее, либо сейчас я вот приглашу председателя муфтията Республики Дагестан, мы порой обманываемся возрастом этих людей, а это люди, которые посвятили по факту не менее 7 лет изучению исламских наук. Дай Аллах ценить и уважать наших ученых-богословов, несмотря на их возраст. Майранов Мухаммад Хаджи, председатель муфтията Республики Дагестан. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллях. Вассаляту вассаляму аля расулиллях. Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Уважаемый черкесский джамаат и гости, приехавшие на это баракатное мероприятие, позвольте в первую очередь всех поприветствовать и поздравить с этим праздником от имени нашего муфтия шейха Ахмада Афанди Абдуллаева. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Альхамдулиллях, очень радостно и очень в то же время волнительно находиться здесь, в окружении алимов, ученых, богословов, в окружении людей, которых собрала здесь в этом мероприятии любовь к алимам, любовь к религии, что и есть любовь к Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы эту любовь только увеличивал и увеличивал Всевышний в наших сердцах. Аллахумма амин. Здесь несколько раз упоминалось имя нашего Саида Афанди Куддиса сирруху. Я хотел бы несколько моментов вспомнить вместе с вами из того, что он говорил, из того, к чему он нас побуждал, чтобы, начиная с меня самого, для всех нас было неким напоминанием. Потому что недостаточно говорить, что мы любим алимов, необходимо нам на своем поведении, на своем следовании за ними показать, как мы их любим, чтобы это не было пустыми лишь словами. Саид Афанди Куддиса сирруху, первое, что я хотел бы вспомнить из того, что он говорил, это одно из последних, если не ошибаюсь, его выступлений было, когда он говорил, что больше всего боли его сердцу причиняет, когда два мюрида друг с другом имеют плохое отношение. На сегодняшний день для нас это не редкость. И хоть Аллах Всевышний забрал у нас Саида Афанди Куддиса сирруху, он же не забрал его наставления для нас. И если мы говорим, что мы любим его и следуем за его пути, чтобы мы проверили через вот это напоминание, насколько мы его любим и насколько мы следуем тому, к чему он нас призывал. Думаю, нам всем есть над чем задуматься. Также хотелось бы вспомнить, здесь нам представили представителей и власти, и чиновников, и других людей. Здесь много молодых находятся братьев. И сегодня мы видим, как пытаются радикализировать наше настроение, поднять такое агрессивное настроение, антигосударственное настроение поднять пытаются. Но Саид Афанди Куддиса сирруху говорил, что залогом хорошего, трезвого, порядочного общества является то, чтобы представители власти и представители духовности были как два колеса одной телеги. И очень важно, чтобы эти колеса двигались в одном направлении, иначе эта телега будет крутиться на одном месте. Альхамдулилля, за то, что у нас это есть понимание, и дай Аллах, чтобы она не уходила, потому что мы знаем, сколько было попыток среди нас вот создать это военное настроение. Дай Аллах, чтобы у этих людей не получилось создавать его. Также хотелось вспомнить из побуждений Саида Афанди Куддиса сирруху тем людям, которые говорят, что его любят и следовали за его пути, когда он призывал не разделять путь тариката и путь шариата и говорил, что это нечто единое, целое и не должно одно отделяться от другого. Чтобы сегодня мы, дагестанцы, были теми людьми, кто не пытается выделить какую-то одну из сторон, а принимает эту религию. Он сравнивал всегда тарикат и шариат как душу и тело человека. Они должны быть вместе, говорил. Чтобы мы следили, как мы соблюдаем шариат,
как мы изучаем знания и следуем этим знаниям, то же самое, чтобы мы следили, как мы практикуем тарикат. В этом вопросе тоже нам нужно не просто говорить, что мы любим этих людей, а следовать, принимать, напоминать себе то, к чему они нас побуждали, и то, что они для нас делали важным. А не себе придумывать для себя важное что-либо из этого. И последнее, что хотелось бы напомнить, однажды Саид Афанди Кудиса Сируху, говоря об Абдул-Гафуре Мухаммаде, рахимахуллах, он говорил, мы знаем, его называли МЧСом, он сам себя называл солдатом нашего муфтия. Саид Афанди Кудиса Сируху сказал, что если бы все следовали бы за нашим муфтием так, как следует Абдул-Гафур Мухаммад, рахимахуллах, то у нас в Дагестане ислам в десятки раз быстрее распространялся бы. Дай Аллах нам, так как Абдул-Гафур Мухаммад, рахимахуллах, наверное, не каждый сможет следовать, но хотя бы долю какой-либо вот в процентном соотношении того следования, чтобы у нас тоже было. И здесь Мурад Исмаилов тоже сказал, как Саид Афанди Кудиса Сируху выделял, и как он высказывался о нашем муфтии, о человеке, который продолжает дело Саида Афанди Кудиса Сируху, и говорил, каким муфтием он называл. Он говорил, что у нас самый лучший муфтий, чтобы мы это тоже не забывали, чтобы мы это ценили, объединялись, сплачивались вокруг него, и несмотря на все провокации и попытки разделить нашу дагестанскую умму, дагестанскую семью, чтобы у этих людей не получалось никогда это сделать, чтобы всегда мы следовали за нашим муфтием, чтобы ни один день не наступил, когда мы хотя бы на одну пядь отошли от следования нашему духовному лидеру, нашему предводителю мусульман. И дай Аллах, как сегодня вот в этом прекрасном зале собрал нас Всевышний Аллах по такому знаменательному событию для, я думаю, не только в жизни черкесов, но для всех нас, для всех дагестанцев. Вот чтобы Аллах точно так же нас собрал и в судный день вокруг наших любимых алимов, шейхов, устазов, шахидов и также вокруг пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Амин. Мухаммад Хаджи, для вас тоже есть небольшое, скажем так, от организатора пожелание, чтобы вы поощрили и наградили наших докторов. Как-то Абдулла Хаджи говорили, но еще об одном жителе Черкеи как-то в стороне он остался. Этот Рамазанов Мухаммад Ариф, для которого сегодня, друзья мои, вот этот Коран из рук председателя муфтията Республики Дагестан, и вот этот такой, я думаю, приятный бонус будет, тоже небольшой, от джамаата. Пожалуйста. Абдулла Хаджи Ацаев, пожалуйста. Абдулла Хаджи тоже вы вручаете. Я его когда в руки взял, я обалдел от аромата, который от него исходит. Машалла. Такбир! Машалла. Так, Абдулла Хаджи, давайте мы вас уже сажать не будем. Ну, слово... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته На самом деле мы делаем шукр Всевышнему Аллаху Тааля настолько, насколько он этому достоин. Мы не знаем, он сам лучше знает, поэтому говорим لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. То, что он нас сделал из числа уммата нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Уммата, первый аят, который ниспосланный был об ильму. Икра бисми раббика аллази халак. И, конечно же, мы восхваляем нашего пророка, алейхиссалату вассалам, Мухаммада ибн Абдиллах, который нам оставил ильму, в котором имеется и необходимый для нашего ахирата, и необходимый для нашего дуньяла. И в-третьих, конечно же, мы благодарим Аллаху Субхану ва Тааля за то, что Он дал нам возможность вот после долгих 70 лет
открывать институты и медресе, где мы можем приобрести эти знания, оставленные нам пророком, алейхиссалату вассалям. В этом плане огромную работу, конечно же, провели наши большие алимы, которые учились еще в советское время и в подвалах, и в загонах. С их помощью мы возродили в Дагестане ту ильму, которую нам оставили наши предки. И в авангарде этого, конечно же, был наш Куддус Урус Хаид афанди и наш муфти Ахмад афанди. Благодаря их стараниям мы сегодня имеем столько алимов, столько мутаалимов, которые доносят религию Аллаху Та'аля во все уголки нашего огромной страны России. То, что касается этого мероприятия, когда это было у нас защита, ко мне обратились наши братья с предложением сделать это мероприятие. Я не разрешил, отказал им в этом, потому что считал и себя недостойным этого, и то, что этот степень в ахирате и в могиле, он особо нам пользу не принесет. Принесет лишь наши деяния. И как мы будем следовать этим полученным знаниям. Поэтому я им отказал в этом. Это еще после этой защиты это было. Но вот последние дни я, честно говоря, по личным вопросам отлучился из селения и поручил свою работу заместителю, и он пользуется этим случаем, без моего ведома, организовал это мероприятие. И я об этом узнал сегодня утром, когда уже не было возможности отбой давать. Все было уже сделано, приглашение отправлено, поэтому получилось такое мероприятие. И самое, конечно же, вот один из трудных дней моей жизни, ну не говоря, самый трудный, один из трудных дней, вот сегодняшний вечер. Потому что вот здесь передо мною стоят такие большие люди, хвалили меня, хотя я знаю, кто я такой. Если бы я не знал бы, кто я такой, то получилось бы, меня зарезали бы ножом, как пророк Хасан говорил, насчет людей, которые хвалят лицо. Я себя знаю, поэтому я думаю, мне от этого большого дела не будет. Главное, чтобы, как было сказано уродам и нашим уважаемым Марианам Мухаммадам, нам необходимо схватиться вокруг нашей точки объединения. Это наш муфтият и наш муфтий Ахмад афанди. Я, прежде чем завершить свою речь, скажу одно слово. Саида афанди, адасулсируху. Это его книга написана. Она еще не издана, но, надеюсь, когда-то его издадут, когда придет время. Там он пишет, рассказывая о тех трудностях, которые ему приходилось испытать из-за муфтията, ну, с момента того, как развалился Советский Союз, и когда уже начали мы вот вокруг муфтията работу провести, какие трудности он терпел и какие были проблемы, и он говорит, когда Саид Мухаммад, рахимахуллах, назначили муфтием, все проблемы, которые были в этом учреждении, ушли от меня. Я почувствовал себя свободным, потому что работа была налажена, и больше мне не приходилось об этом заботиться. И когда рахматуллахи алейхи, наш шахид Саид Мухаммад скончался, у меня отрезали правую руку. И Саид Мухаммад говорит, мою правую руку отрезали. Вот такое, говорит, у меня было состояние. Представляете, когда человеку отрежут правую руку, какое состояние? И когда Ахмад афанди отослался руку, избрали муфтием, и он начал работать. Ну, Аллах Тааля не сделал так, чтобы отрубленная рука выросла заново. Такое не бывает. Но я себя так почувствовал. Как будто бы эта правая рука заново отросла. То есть, он мне все эти проблемы, которые с этим муфтиатом, все решил. То есть, я почувствовал, как будто бы моя рука обратно вернулась. Правая рука. Вот это наш муфтий Ахмад афанди. Поэтому мы, не забывая наших прежних алимов и деятелей, которые ушли от нас, от рук террористов,
Это не от рук террористов, это кадр Аллаху Тааля наступил, ушли от нас, но тем не менее. Не забывая их заслуги перед дагестанским обществом, мы в долгу перед ними. Мы должны ценить то, что у нас есть. Конечно же, каждый хочет, чтобы его голос был выше, но так не бывает. Когда много голосов, ничего не слышно. Надо, чтобы все молчали, один говорил. Если во время намаза, если все вместе будут альхамд читать на слух, какой будет у нас джамаат, маджлисы, масджиды, ахль-хур. Поэтому Аллах Та'ала сделал имама одного, который голосом читает, он, остальные слушают или же для себя читают. Поэтому должен быть голос один, и вокруг этого голоса мы должны собираться. Это я вам цитировать я не могу утвердить, именно те слова я говорю, но смысл такой, что Саидов не сказал, когда Саид Мухаммад был ушел от нас, как будто бы мне отрезали правую руку. А когда Ахмад Афанди стал муфтием, вот как будто бы эта правая рука обратно выросла у меня. Это смысл его слова, слова другие, это на аварском языке. Поэтому, дорогие братья, то, что мы здесь собрались, то, что мы имеем столько алимов, столько медресе, столько институтов, это, конечно же, заслуга наших тех алимов, которые, не жалея своих жизней, своего времени, все отдали нам, для того, чтобы мы могли учиться, чтобы мы могли учить своих детей. И мы не должны забыть вот этот ни'мат Аллаху Та'аля и должны проявлять благодарность, шукру. Таким образом, как говорили алими, отправляя своих детей учиться, хоть ДГИ, хоть ДТИ, хоть без разницы, чтобы был институт или медресе, который обучает чистому исламу, который берется от начала от пророка Сулусам и передается до нашего поколения без прерывной цепочки. Они, которые сейчас выдумали новые. Я еще раз извиняюсь перед всеми нашими гостями, которые из-за меня, они ради Аллаха пришли, конечно же, но тем не менее, оставили свои дела, пришли сюда, проявляли уважение к сельчанам, к селению Чиркея, к нам. Пусть Аллаху Тааля ваш каждый шаг сделает ибадатом. Потому что вы пришли, чтобы благодарить Аллаха за ниматы, ильму. Это общий ильм, а это ибадат. Поэтому пусть Аллах Та'ала отблагодарит вас стократно. И еще раз, наши братья, которые организовали это мероприятие, хотя я об этом не знал, но тем не менее организовали они, поэтому пусть Аллах Та'ала для них тоже отблагодарит, как они это заслуживают. Наши сестры, которые готовили это все, кто сделал садака, пусть Аллах Та'ала принимает их благие деяния. Вот Чиркей, он еще до революции славился своими алимами и своими медресе. Был тогда очень известный во всем Дагестане медресе. А потом, после коммунистов, этого не было, конечно, открыто. И официально у нас обучение началось, когда к нам пришел Дауд Хаджи. Когда Саусир Росхайдов его пригласил. Это было, по-моему, 89-й год это было, 90-й. Вот он пришел, и он начал здесь обучение. Поэтому все, которые здесь в Чиркее отучились и учатся, перед этим человеком в долгу. Он наш, как бы сказать, основоположник вот этой медресе под руководством Саида Фанди. Поэтому пусть Аллаху Та'ала воздаст этому Дауд Хаджи стократно и тысячекратно за его старания для нашего селения и для нашего Дагестана. Пусть Аллаху Та'ала каждую букву, которую он нас научил, мы научили своих студентов, это запишется в его благие деяния. Пусть Аллах Та'ала соберет нас в судный день по знамению пророка Аллаха, саллату ассалам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Абдулла Хаджи, вы тоже пару подарков должны вручить. Первый подарок Расулю Мухаммаду. Благодарственное письмо, да? Уважаемый Абакаров Мухаммад Расулович, примите слова искренней благодарности за большой вклад в развитие ислама в селе Чиркей. Желаем вам мира, милости Всевышнего и его благословения. От джамаата села Чиркей. Я добавлю, вместе с Дауд Хаджи у истока образования Чиркея стоит как раз Расул Мухаммад.
Потому что в его доме открыли медресе. Он свой дом выделил под медресе. И с тех пор он поддерживал, работал. До сих пор поддерживает эту работу. Пусть Аллах Таала ему тоже это воздаст стократно. Ахмад Хаджи. Я тоже у него там пожил. Как? Я тоже у него пожил там. И мамы говорят, тогда с тебя тоже, говорят, подарок. И второй подарок, это Патимат Ариповна, ваш научный руководитель, насколько я понимаю. Но этот, ее представитель, ну, как представитель, да, пожалуйста. Если бы это не Фатима Тарифовна, у нас было бы проблемы с защитой. Это она, как террористка, терроризовала меня все время. Баракаллай, Аварисный голос. Просто так же говорят, за каждым сильным мужчиной стоит женщина, которая сзади что-то говорит, постоянно подначивает. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللهم صل وسلم وبارك عليه علي حجي وجايمي دعاء آمين Субтитры создавал DimaTorzok